На самом деле, это, конечно, корректнее вопрос, наверное, задать Константину Олеговичу Рамадановскому. Я знаю, что это грамотный руководитель, опытный, с выверенной и взвешенной позицией. Но на самом деле на сегодняшний день градус в обществе уже настолько высок вот, в отношении мигрантов, вообще всего, что связано с миграционной тематикой, что хочешь не хочешь, а приходится об этом говорить. Даже если это в ущерб идет каким-то другим интересам, геополитическим или каким-то другим, ну, к сожалению, мы по разным причинам, но не можем эту сферу в какое-то нормальное русло направить. Кстати говоря, на самом деле и вот европейская практика показывает, что без жесткого администрирования все остальное, как правило, заканчивается вот пустыми разговорами, а потом вот тем, что мы видим сейчас в Лондоне, в Стокгольме, к сожалению, во многих других городах. Да у нас, что говорить, столько примеров, когда люди, которые представляют другую культуру, ну так, мягко говоря, не вписываются в общую канву, которая принята в нашем обществе. И здесь, безусловно, без жесткого вмешательства государства, решительных и действенных мер никак не обойтись. Это приведет к трагическим последствиям. Очень хорошо, что на сегодняшний день мы все понимаем, что проблема миграции нуждается в регулировании. А вот тот посыл, который в свое время был сказан, и какой частью он касается миграции, да, чуть если перефразировать, что там рынок сам все отрегулирует, вот не работает это, понимаете. До нас все-таки жили люди, у которых нам стоит некоторым вещам поучиться и не все забывать из нашего прошлого. Поэтому, конечно, только жесткое администрирование и эффективная работа соответствующих структур государственных институтов сможет навести порядок в миграционной сфере.